Ну вот, друзья, мы подготовили еще одно украшение. Снова у нас заказали шедевральный домик. Он поедет уже по Казахстану. Вот такой вот получился замечательный у нас домик с хризопразом. И снова человечек на берегу сидит и смотрит вдаль, познавая себя, свое внутреннее я. Также сзади мы нанесли сакральные магические символы, которые будут помогать человеку в пути, в жизненной дороге. Сегодня поедем отправлять украшения.